хочу в своей квартире вас слышать. Вы откуда приехали? Вы откуда это приехали? Вот там стучат эти мы. Не стучат, а топают. Вы босиком ходите. В Москве босиком не ходят, ходят в тапочках. Наряд из какого вызывать? Колхоза приехали? Мы с вами приехали. Не будем наряд вызывать. Что пинаете? Пошел, зараза! Я вызываю. Вызывайте. Что дебилы? Мы вчера ждали, чуть не приехали. Я сказала, чтобы вас не было слышно. Вызывайте. Послышите? Стой. Приехали. Мы когда в Москву приехали, должны дать порядки, как здесь жить. Кроме вас никого в доме не слышно. Маршируют до часу ночи. То диваном гремят, то это двигают. Без конца ходят. В их параду готовятся как раз и площади. Ты мимо ушей пропускай, сейчас приедут и так пообщаемся. Я жду. Дебилы! А вот это оскорбление. Дебилы! Оскорбление. Дебилы. Оскорбление. Дебилы. Оскорбление. Только ты не... Я слышу, как вы писать ходите, какать ходите. Хорошо, не ваше дело, как мы срём. Мы срать будем. Да я не хочу вас слышать, не мое дело. Не вторгайтесь в мою жизнь, я вас слышу, а я не хочу. Пожалуйста, а это вы все продолжаете, да? А я, в отличие от вас, работаю. Проституток водите, мы уже сфотографировали. Да. Если вы закончили физкультурный техникум, значит, у вас в мозгах вообще ничего нет. Моделью работал. Приехали из деревни, из глухой. Слушайте, умные, вы куда приехали? Вы езжайте к себе. Приехали сюда, цари и боги. Я понял, вы настоящие москвичи. Ну, да, настоящие, да. Я горжусь этим, в отличие от вас. Гости незваные из столицы. Кто вас сюда в Москву позвал? Вы сутенеры. Это наша собственность. А вы здесь никто. Нет, из-за того, что мы ходим босиком, а не в тапочках. Вот где разум? Могут. Уровень интеллекта где? Вот вы скажите, где? Босиком с часу до трех шуметь нельзя. Нельзя. Вот. А вы в 12 заходите и говорите, что мы у босиком меня, ходим. У ребенка онлайн уроки. Да какая нам разница? Мы имеем право ходить босиком и босиком в Москве. Вас не слышит. В деревне ходит босиком.